На завтрак французы едят не только круассаны, но и вкуснейшие французские тосты с сыром. Мне удалось прознать хороший рецепт этого вкусного завтрака, с удовольствием делюсь. Французские тосты с сыром очень легко приготовить, и они являются прекрасным, очень вкусным завтраком. Я люблю есть французские тосты с сыром еще и по ходу дня, это отличный перекус чаем или кофе. При желании, приготовленные по этому рецепту тосты можно подавать не с сыром, а с чем-нибудь сладким, джемом или вареньем. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовим ингредиенты. Хлеб лучше использовать не первой свежести, слишком свежий моментально пропитается яйцом и размокнет, в то время как более старый, самое то. Разбиваем в миску яйца, добавляем корицу и ванилин. Туда же добавляем молоко. Хорошенько перемешиваем венчиком. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Растапливаем в сковороде сливочное масло. Хорошенько обмакиваем ломтики хлеба в полученной смеси. Кладем обмакнутые ломтики хлеба на сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжариваем с обеих сторон до золотистости. Готовые тосты посыпаем тертым сыром, и ваш завтрак готов. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Яйца, 2 штуки, белый хлеб, 4 ломтика, корица, по вкусу, ванилин, 1/2 чайных ложки, тертый сыр, 50 грамм, сливочное масло, 1 столовая ложка, количество порций, 1-2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пока-пока!